Сегодня приготовим очень простой, но вкусный и полезный турецкий завтрак. Для него понадобится один сладкий болгарский перец. Ароматный перец нарезаю небольшими кубиками. Сковороду разогреваю на среднем огне. Наливаю сюда пару столовых ложек оливкового масла. Можно использовать и другое масло, даже сливочное. Высыпаю сюда душистый перец. И минуту пассирую его, помешивая. Одну крупную луковицу я нарезаю мелко. Измельченный лук высыпаю к перцу. Продолжаю пассировать овощи, помешивая. Не нужно их долго жарить. Пусть просто обмякнут и появится характерный, очень приятный аромат. Затем я беру два сочных спелых помидора. Помидоры также нарезаем кубиками. Я специально показала, что хвостик у помидора вырезаю. Так как у меня в комментариях были очень возмущенные зрители, что я не показывала такой важный момент. Измельченные помидоры также идут в сковороду. И снова мешаем эту овощную композицию пару минут. Дальше овощи солим по вкусу. Я насыпаю пол чайной ложки соли. Также по вкусу добавим черного молотого перца. Я кладу такую хорошую щепотку. Добавляю совсем немного красного острого перца и одну чайную ложку сухой мяты. Можно, конечно же, использовать свежую мяту. Все хорошо перемешиваем. Накрываем сковороду крышкой и оставляем овощи тушиться на небольшом огне до мягкости всех овощей. Пока овощи тушатся, я беру два яйца. Немного их посолю и немного разболтаю. В это полезное блюдо будем добавлять зелень. Пару веточек петрушки я нарезаю мелко. Очень быстро овощи на сковороде стали мягкими, очень ароматными и очень вкусными. Попробуйте на этой стадии приготовления, достаточно ли вам соли, достаточно ли вам приправ. Теперь яйца я просто выливаю вот так вот наверх. И быстро-быстро перемешиваю. Теперь я накрываю сковороду крышкой, выключаю огонь и оставляю блюдо на 1-2 минуты. Ну вот, завтрак готов. Осталось только добавить сюда петрушку. Консистенция у этого блюда должна быть такая немного жидковатая. Это так вкусно, что хочется готовить такое блюдо, такой завтрак снова и снова. Обязательно попробуйте, я уверена, вам понравится. Я рекомендую вам подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Как всегда, мы увидимся в следующем вкусном видео.